Здравствуйте, с вами Дмитрий, и в сегодняшнем видео я покажу, как я буду торговать монету DOT. Я покажу, как я разбираю монеты. Вам не обязательно следовать моим советам, но как прислушаться, я думаю, что будет хорошо. Итак, как я начинаю разбор монеты? В первую очередь я открываю дневной таймфрейм. У меня есть такое правило, я торгую по правилу трех окон. Дневной таймфрейм — это основной таймфрейм, это очень сильный таймфрейм, и на дневном таймфрейме я обычно рисую линии поддержки и сопротивления более глобальные. Они у меня обозначены синим. Далее, здесь на DOT, Polkadot, мы видим, образовался линия нисходящего тренда. Можно сделать вот так вот. Я ее также обозначу синим, чтобы это было понятно, что это дневной таймфрейм. И на дневном таймфрейме мы видим, что у нас идет нисходящий тренд. Монет никак не может вот здесь, и здесь пыталась, и здесь был ложный пробой, но никак не может пробить вот этот вот уровень. Значит, этот уровень сильный. Поэтому свою сделку я буду открывать, когда монета пробьет эту линию тренда и линию сопротивления и закрепится над этой линией. Тогда я зайду в сделку где-то здесь, если будет пробой и закреп. Что значит пробой и закреп? Это примерно вот здесь. Вот линия была пробита, закрепилась, пошла еще вверх, сделала коррекцию, ретест, осталась над этой линией, и здесь можно было заходить в сделку. В принципе, можно было вытянуть с этой сделки примерно 8%. Это называется закреп и ретест. Можно покупать на ретесте. То есть нужно дождаться примерно такую же ситуацию, как была вот здесь. Вот. Пробой и ретест. Открою 4-часовой таймфрейм. В основном все свои сделки я совершаю на 4-часовом таймфрейме. И здесь мы уже видим картину более детально. Да, этот уровень у нас действительно является сильным, потому что здесь была попытка пробоя. Сильный пробой, можно сказать. Но после ретеста монета ушла вниз, и этот уровень по-прежнему является сопротивлением. Так как я торгую вероятностями, я не ставлю себе цель, что вот буду покупать, когда монета вот только пробьет этот уровень. Нет, я торгую вероятностями. Каковы вероятности у нас есть еще? Я на 4-часовом таймфрейме ставлю черные линии. Это линии поддержки. Именно, чтобы не путаться, что на черной линии у меня это линии поддержки либо сопротивления именно на 4-часовом таймфрейме. Здесь на 4-часовом таймфрейме мы видим, что была хорошая поддержка. Здесь была поддержка. И вполне вероятно, что монета дойдет до этого уровня назад. На еще одну поддержку. Возможно, она поторгуется вот так вот, дойдет до линии нисходящего тренда и упадет вниз. Поэтому эту монету я помечу себе, буду на нее посматривать. Поставлю здесь флажочек и можно подписать. Я подписал, какие вероятности я буду торговать. На поддержке, когда монета дойдет сюда и здесь остановится падение. Либо когда монета пробьет даунтренд, пробьет линию сопротивления, закрепится над сопротивлением, и тогда можно рассматривать сделку дальше. И третий мой экран, это я перед тем, как создать ордер, открываю еще часовой таймфрейм. Здесь видно еще все более детально, то есть вы, грубо говоря, с трех сторон смотрите на нынешнюю ситуацию. Здесь лучше видно, как монета ходила, где она была, и здесь также можно начертить какие-нибудь линии поддержки и сопротивления. Но попрошу вас, не забивайте себе график линиями. Я вот на часовике линии поддержки и сопротивления у меня желтые. Здесь видно, что монета пошла на ретест вот этого уровня и отскочила. Поэтому, если она этот желтый уровень не пробьет, то будет поход вниз. И также монету DOT я проверяю обычно по объемам VPVR, потому что у меня TradingView не платный, нет платной подписки, поэтому я пользуюсь VPVR в торговом терминале Капика, там где он бесплатный. И мы видим, что да, вот в эта зона, которую нам нужно пробить, здесь очень сильные, большие объемы. И эту зону будет очень сложно пробить с первого раза, но если мы пробьем, то эта зона станет для нас поддержкой. И от этой зоны можно покупать и пробовать тянуть вверх вот примерно до сюда, потому что здесь опять сильные объемы. И еще несколько правил, которыми я пользуюсь перед тем, как зайти в сделку. Первое, что я делаю, это я смотрю на биткоин. Все-таки биткоин — это такой батя, как его называют, да, куда батя, туда и дети. И если биткоина где-то сверху есть очень сильное сопротивление, допустим, он был бы здесь, то вполне большая вероятность отскока.
Поэтому посматривайте на биткоин. Если биткоин, как говорят, если биткоин чихнет в какую-нибудь сторону, вверх либо вниз, то альты покажут намного больший рост либо падение. Поэтому посматривайте на биткоин перед тем, как зайти в сделку. И возвращаясь к DOT, еще, в принципе, сейчас можно было бы все-таки зайти, но здесь у нас есть хорошая поддержка. И здесь вроде как поддержка. И на часовом таймфрейме у нас тоже здесь есть поддержка. Если вы хотите зайти в сделку прямо сейчас, то небольшим объемом и стоп поставьте на вот этой поддержке. Можно чуть-чуть ниже под эту поддержку поставить стоп. Если вдруг начнется падение, вас выбьет по стопу. И здесь можно будет еще раз зайти, но уже большим объемом. Также эту монету можно торговать в два уровня. Вы заходите, делите свой депозит, допустим, у вас есть $100, делите его на две части в соотношении 40 к 60, либо 30 к 70. Здесь покупаете на 40% и здесь выставьте ордер на 60%. Если начнется слив, то вы усреднитесь где-то здесь, вот эта линия будет у вас средняя покупки. И можно пойти вверх, либо если монета сразу начнет расти, то вы все-таки в сделке и какую-то часть профита вы заберете. И перед тем, как зайти в сделку прямо сейчас, я обращаю внимание еще на такие факторы, как нет ли перекупленности по RSI. Если монета находится, точнее индикатор находится над зеленой линией, это значит, что перекупленность, заходить в монету опасно. Перекупленности нет, это хорошо. Также смотреть на VPVR здесь все-таки плохо, потому что есть полка объемов, которая нам будет противиться. В принципе, под эту полку объемов, если здесь зайти в сделку, то мы не вытянем ничего. И можно посмотреть средние скользящие. Средние скользящие у нас тоже сверху. Поэтому все говорит о том, что покупать монету сейчас очень опасно. Я бы все-таки не заходил, ждал бы поддержки, либо ретеста этого уровня. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях и заходите в чат. Вступайте в чат по ссылке под этим видео. В чате я описываю свои реальные сделки, показываю, как я торгую. И там можно, если вам понравился ролик, написать, какие монеты вы хотите еще, чтобы я разобрал. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в чат и до новых встреч.